Так, идет съемка опять работы машины Азовсельмаш производства. Это Азимут. И сейчас посмотрим, что выдала машина по очистке нута, который был, ну, средний загрязненности, где-то до 20-30%. И что мы получили в итоге. Может быть, даже и меньше. Сейчас смотрим. Здесь мы высыпали оригинал для чистоты съемки. Вот, потому что здесь, чтобы увидеть, что здесь конкретно. Мусора много. Половина особо, в принципе, здесь не просматривается. Но здесь и много грязи. Особо не смотрится. Теперь мы... Это у нас было первое. И еще раз говорю, мы сюда высыпали сами для съемки. На самом деле здесь были немножко камешки, и они остались внизу. Это чисто для камней. Вот теперь что получили мы с этого лотка. Вот у нас полностью нут. Практически идеальный. Вот одну половинку я увидел. И все. Посмотрим поближе. Все просматривается, все видно. Видите, да? Теперь что получили мы дальше? Отхожу вот здесь. Вот которые ушли вот туда и вот туда. Мы там, мы, они были закрыты, как видите. Поэтому там ничего нету. Вот теперь смотрим здесь. Так, пес, первичная очистка. Теперь опускаем, смотрим. В основном, если видите, это идет такой половинок много. Ну и часть мусора здесь всего. Ну, осталось мало. Но видели на объем 30 килограмм, 10 килограмм мусора. Примерно 10%. Покажу это более подробно. Что здесь осталось? Ну, крупный, конечно, есть. Может быть, еще раз его почистить. Но он легкий, пустой. И его лучше уже не использовать. И теперь, соответственно, мы смотрим опять здесь тоже так же. То есть, тут открыто, туда мусор, который ушел, мы высыпали его сюда. Поэтому, потому что там, на той стороне, были палочки. Вот это вот с того, с взяты. Вот. А вот это вот то, что сыпалось здесь. То есть немного палочек. Вот это уходило туда. А так вот это вот высыпали вот именно с того лотка, с седьмого. Сейчас посмотрим поближе, что это такое. Палочки как от семечек. То есть семечки тоже палочки очистит. Вот. Ну и основ, конечно, из бутового мусора. Вот это вот, который как называемый целый, он вот раскалывается. Он легкий. Это производила очистку машина Азимут в один проход, повторяю. Вот. Здесь установлена тихоходная нория. Вот, извиняюсь. Установлена тихоходная нория, которая загружает, поэтому при погрузке зерно, а тем более нут, не бьется, совершенно не бьется. Также для нута, для семечек. Вообще стационарно в машине установлены специальные резинки, которые не бьют зерно совсем. Видите, да? То есть никаких острых углов в машине нет. Поэтому, когда нут о них бьется, он ни в коем случае не бьет, что резинка это мягкая. Это сделано. Это машина Азимут производит Азовсельмаш.